Здравствуйте! На страже порядка постовой Степан Степанов. И сегодня мы с вами закрепим знания по основам безопасности жизнедеятельности по ПДД, полученные в образовательном учреждении. А поможет нам в этом ученик 9 В класса Марковкин Вова. Как вы уже могли догадаться, Марковкин Вова привел пример, как не следует переходить регулируемый пешеходный переход. А сейчас Марковкин Вова показывает, как следует переходить регулируемый пешеходный переход. Давайте рассмотрим еще несколько самых популярных ошибок, которые могут привести к плачевным последствиям. Можно ли перебегать дорогу на запрещающий сигнал светофора? Нет. Можно ли таким образом переходить дорогу? Нет. Можно ли играть на проезжей части, даже если загорелся разрешающий сигнал светофора? Нет. Играйте только во дворах, в парках, детских площадках и специально отведенных мест для игр. Дорога – это не игровая площадка. Дорога нужна для движения машин. Посмотрите еще раз, как следует переходить регулируемый пешеходный переход. Дождитесь разрешающего сигнала светофора. Посмотрите налево, посмотрите направо. Убедитесь, что все транспортные средства остановились у ограничительной линии. И начните переход. Дойдя до середины проезжей части, посмотрите направо. Если транспортные средства неподвижны, не задерживаясь, переходите проезжую часть. И большим, и маленьким. Всем без исключения нужно знать и соблюдать правила движения. До встречи в новом выпуске.